Я хотел бы вам рассказать о таком понятии, как explainer видео. Ну, на самом деле, что такое explainer? Explainer — это видео, которое объясняет о вашем продукте, о вашей услуге или о вашей фирме. Сегодня часто используется такой формат ролика, который вы размещаете на своем сайте, возможно, лендинге или в группе, да, в соцсетях. И в этом ролике вы можете рассказать подробно, ярко о вас, о вашей команде или о вашей компании. Формат ролика обычно, там, сегодня это 60-90 секунд. Больше, ну, согласно статистике, больше люди не смотрят. То есть ваша задача за 60 секунд с помощью этого ролика рассказать о вашем продукте, да, там, о вашем товаре. Какие есть преимущества у explainer видео? Это короткий формат подачи информации. Если сравнивать с текстом, то, ну, действительно, в нем можно коротко и ярко рассказать, донести. Мы для себя определяем два вида explainer видео. Это первый вид — это анимационный ролик в анимационной подаче. И второй вид — это живое видео, лайв-видео. Тот или иной формат определяется вами. Вы сами выбираете, да, который вам больше подходит. Explainer видео в анимационном формате гораздо проще сделать и создать. И с помощью анимационного ролика действительно можно выигрышно показать те или иные черты и красиво и доходчиво донести до зрителя. Формат лайв-видео, он немножечко сложнее в подходе, потому что необходимо снимать, да, и нужно, чтобы было, ну, было что снимать. Если у вас есть крутой офис, да, конечно же, можно его круто и красиво показать, или ваша компания. Главным является здесь формат, да, формат и задача этого видео. Он должен соответствовать тому, чтобы коротко, ясно, четко, емко, понятно донести до зрителя вашу основную мысль, ваше основное послание, чтобы зритель зашел там, да, или посетитель зашел на ваш сайт, сразу же кликнув по видео, и он там за 30 секунд-60, он там смог сразу же быстро и просто, ну, понять, о чем здесь будет говориться. Такой формат видео, безусловно, хорошо подходит для размещения на вашем сайте, на вашей странице, либо пабликах в соцсетях, который расскажет о вашем, да, там, о продукте, о вашей услуге. Данный формат видео не подходит для того, чтобы его вирусно размещать в соцсетях, да, для вирусного посева. То есть следует отличать эти две задачи, да, вирусный посев и привлечение внимания, да, чтобы зрители к вам заходили на сайт. И от того видео, вот explainer видео, которое объясняет уже более подробно о вашем товаре и услуге. Это два разных вида продукта, два разных видео формата. Еще раз повторюсь, что explainer видео — это не вирусное видео. Это видео, которое объясняет и рассказывает на сайте. И его задача — качественно и грамотно и понятно донести до зрителя ту информацию, которую вы вкладываете, да, то сообщение. И его, ну, сподвигнуть посетителя, сподвигнуть зрителя на какое-то ключевое действие. Там, может быть, оставить заявку, позвонить, заказать звонок, либо, ну, просто, в принципе, обратиться в вашу компанию. В связи с этим, конечно, безусловно, необходимо и важно использовать аналитику видео, чтобы понимать, да, как бы сколько, не только количество просмотров, а насколько это видео хорошо воспринимается людьми и насколько оно интересно и полезно людям. В интернете очень много таких роликов, вы можете посмотреть примеры, и их можно найти по запросам, там explainer видео, продающее видео, анимационное видео или там объясняющий видеоролик. И если вы найдете что-то интересное и полезное, поделитесь обязательно с нами. Успехов вам в вашем бизнесе!